Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы вновь обратимся к вековой мудрости, помогающей прийти к гармонии и успеху в жизни. Обсудим пятое наставление из кодекса древнегреческого философа Аристипа. Поговорим о всепрощении. Давайте ознакомимся с понятием всепрощения и разберемся с его значением. Всепрощение — глубинный духовный процесс, который является качеством сознательных и эмоционально зрелых личностей. Это осознанное решение человека не помнить зла и не держать обид на других людей. Психологи считают всепрощение одной из самых прекрасных черт характера, удивительной личной способностью индивида. Об умении прощать мы говорим тогда, когда другой человек нас обидел или оскорбил, принес нам негативные эмоции своими словами или действиями, а мы готовы забыть его дурной поступок. Часто люди говорят, что они не злопамятны и не помнят зла, но это лишь слова. На деле они внутренне не готовы прощать. Многим людям свойственно тащить за собой груз прошлых неприятных событий и держать в себе обиды. Они считают, что время лечит и расставляет все на свои места. Но это не так. Всепрощение не означает, что обидевший вас человек больше никогда не причинит вам душевные страдания. Это значит, что вы можете пережить эту обиду и отнестись к ней не столь болезненно. Важно понимать, что тот человек также может испытывать угрызение совести из-за того, что обидел вас. Дайте ему шанс признать совершенную ошибку и раскаяться в ней. Признавать собственные ошибки нелегко. Не каждый готов признаться себе в том, что совершил что-то плохое и обидел другого человека. Нравственные качества личности должны помочь человеку осознать свой проступок. Плохие поступки человека можно объяснить не только его характером и проблемами в воспитании, но и стечением сторонних обстоятельств. Если вы обладаете способностью прощать, вы можете помочь обидевшему вас человеку преодолеть чувство вины и помочь избежать повторения подобных ошибок в будущем. К всепрощению способны только люди с сильным характером. Настоящее прощение — это не значит простить кого-либо из чувства страха, собственной трусости, слабости и безволия. Всепрощение — это осознанное принятие другого человека таким, какой он есть, со всеми его минусами и проступками. Прощая человека, вы освобождаетесь от гнета обид и негатива, получаете добрую энергию и позитивный настрой. Когда мы для себя решаем, что никогда не простим конкретного человека, мы ставим крест на дальнейших взаимоотношениях с ним. Это тупик, который не приведет к облегчению душевных переживаний. Если нет прощения, то не будет и внутреннего спокойствия. Научившись прощать, человек развивается как личность, меняет свое отношение к жизни и к людям в лучшую сторону, становится более сильным и духовно развитым.